Здравствуйте, уважаемые телезрители, подписчики и гости кулинарного канала «Кухарочка». Предлагаю вашему вниманию паштет из куриной печени. Ингредиенты на 400 грамм. Печень, луковица, морковь, свежее сало, сливочное масло, соль и перец по вкусу. Очищаем морковь от кожуры овощечисткой. Для тех, кто еще ни разу не пробовал готовить паштет в домашних условиях, советую непременно его приготовить. Получается все очень просто, быстро и вкусно. С лука снимаем шелуху ножом. Очищенные овощи промываем водой. Разрезаем луковицу на две половины, затем половину луковицы разрезаем пополам и нарезаем полукольцами. Так как паштет готовится в основном из печени, то об этом субпродукте я считаю должным сказать пару слов. Самый вкусный и нежный паштет, на мой взгляд, получается из куриной печени. Для паштета можно брать как замороженную, так и свежую печень. Она не горчит, в готовом виде обладает сладковатым вкусом. Самое главное, это не передержать ее на сковороде. Берем свежее сало и нарезаем не слишком тонкими кусочками. Если нет свежего сала, можно взять засоленное, тогда в готовое блюдо не следует добавлять соль. Теперь разрезаем морковь вдоль на две половины и нарезаем тонкими кусочками. Теперь включаем плиту, ставим сковороду и немного ждем, пока сковорода прогреется. Затем выкладываем кусочки сала. Когда сало начнет немного топиться, добавляем к нему лук и морковку. Обжариваем овощи на сале до прозрачного вида, периодически помешивая лопаткой. Куриную печень промываем водой и только потом выкладываем на сковороду к овощам. Обжариваем печень, периодически помешивая буквально 7-10 минут. Стараемся куриную печень не передержать на сковороде, чтобы ее не пересушить. Готовность куриной печенки можно проверить очень просто. Сделать надрезы ножом в нескольких местах. Если она станет внутри светло-коричневой, снимаем сразу же сковороду с огня. В конце приготовления добавляем кусочек сливочного масла. Выкладываем печень с овощами и салом в чашу блендера. Если нет блендера, можно использовать мясорубку. Теперь взбиваем все ингредиенты до однородности. Добавляем соль и перец по вкусу. Готовый паштет заворачиваем в пищевую пленку, придаем ему форму колбаски и помещаем в холодильник на 30 минут, чтобы он схватился. Подаем к столу паштет из куриной печени, нарезав тонкими кусочками. Можно также сделать бутерброды с паштетом, намазать на хлеб и посыпать сверху мелкорубленным зеленым лучком. Приятного аппетита!